На Краснодарской стройплощадке в эти выходные произошла трагедия. С высоты 13 этажа сорвались 5 рабочих. Мужчины выгружали стройматериалы с навесной платформы. Конструкция не выдержала чрезмерной нагрузки. Фиксирующие металлические стойки сломались, и строители полетели на землю. 4 из упавших погибли на месте. 1 человек чудом выжил. Его доставили в краевую клиническую больницу. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.